гуляй. Вот, Максим, герой всех твоих фильмов, да, и ты сам в такой прекрасной форме. Мне есть с кого брать пример. Ну, это кто, Арнольд Шварценеггер или Дэнни Девито? Нет, 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 я за отечественного производителя. А тогда я знаю, кто это. Это народный артист Российской Федерации Олег Газманов. И группа «Эскадрон». У меня сегодня новая песня. Она такая юбилейная. Вот уже можно петь вместе. Не потеряю этот драйв. На каждой сцене, как и много лет назад. Пускай всему приходит срок, пока не сыпется песок. Пожалуй, рано нажимать на тормоза. Конечно, жаль, что моя жизнь с годами все быстрее бежит. Как будто кто-то давит все сильнее на газ. Когда мне будет 65, ловить я буду тут же кайф и воскресать из пепла в шоу каждый раз. Просто надо жить, жить, так жить, жить и не тужить, жить, так жить, никогда не ныть, жить, так жить, надо просто жить. Я знаю, и в 65 я буду петь и сочинять, из глубины вселенной музыку качать. И глядя в зал, мне надо знать, что вы не зря со мной опять. Я, как прежде, никому не дам скучать. Просто надо жить, жить, так жить, жить и не тужить, жить. Никогда не ныть, жить, так жить, надо просто жить. Так поем. Прежде в лайф хрипеть, но ноты брать, как будто рубежи. А если я остановлюсь и на дороге покачнусь, вы мне поможете, сказав: давай держись. Давай держись, давай держись, давай держись. Жить, жить, так жить, жить и нету жить.